В университете кинематографии имени Герасимова после реконструкции открылся учебный театр в ГИК. Там изменили конструкцию сцены и обновили зрительный зал. Это станет практической площадкой, где будут выступать выпускники со своими работами. Новый сезон начался с яркой премьеры. Студенты 4-го курса представили пьесу «Васса Железнова» по произведению Максима Горького. Выходят замечательные, талантливые ребята. Половина из них, к сожалению, сначала не устраиваются на работу, в театр. Вот. И, конечно, могут потерять профессию. Мы хотим, чтобы они, самые лучшие дипломные спектакли, чтобы они не рассыпались с их уходом, сохранялись, чтобы они имели практику и даже немножко продавали билеты. Завтра в Доме кино студенты в ГИК представят еще несколько дипломных работ. Вход бесплатный. Необходима только предварительная регистрация. Даже мне купили цветы для вас. Вам приехали искать.